Ребятки, всем привет, с вами Александр, Monster Legend, и сегодня у нас на прокачке будет такая милая, няшная, топовый монстр, вообще, в принципе, монстр топовый, и, ну, естественно, у нас стихия света, это топовый монстр стихии света по дэмиджу, то есть это у нас дэмидж дилер, такая миленькая, няшная кошечка, отвечена в памперсе. Напоминает она мне Гайку из старого мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Кто помнит, ставьте пальчик вверх, ребятки. Так, давайте сейчас избавимся мы от этой надоедливой надписи. Избавились. Так, перед началом, что? Давайте вспомним еще, что я... Так, уменьшить. Что у меня произошло за последнее время? Я прокачал Киридар. То есть это у нас топовый монстр, тоже дэмэдж дилер по стихии зелень. То есть вот я ее прокачал, неплохие рунки ей поставил. То же самое я сделал с М2 Виверна, но она не входит, по-моему, в топы. Просто так я ее прокачал. Просто, по-моему, неплохой монстр по металлу. Я ее вкачал тоже, как, ну, на силу поставил одну командную рунку. Так, и еще одного топового монстра я себе в команду тоже прокачал. Это Лёнин. Трехголовый, трехстихийный монстр. У него стихии яд, вода и... Так, сила водяной головы и пламя. Пламя, яд и вода. Тоже прокачал его, ну, по топовым, даже седьмую руну ему поставил, ребятки. Классный монстр. Дэмэдж дилер, потому что по магии у меня вообще дэмэдж дилеров никаких нет. Одни все контроли. Там и Эгитер, и Буратино, и кто мне там еще. Тоже, в общем-то, все по контролю. А теперь нет. Ну, давайте сейчас приступим уже непосредственно к нашей красотке. Так. И идем куда? Конечно же, идем на монстр Вики. Вот такой вот у нас монстрик по монстр Вики. Сотый левел. 3400 хорошая сила. 2700 жизни обычно. До 30-ки не дизетонули, но скорость у нее шикарная. Все, что выше там 3480-90, это супер. Очень хорошая у нее скорость. Суперка 10%. Кстати, да, сейчас нужно будет про нее прочитать. Про нашу суперку. И по ударам. Ну, первую группу пропускаем, там, наверное, ничего интересного нет. Быстрые когти, сильный ветер, атака Кензо. Так, и погнали, давайте уже со второй группы будем читать. Так. Так. Бриск Блемиш какой-то. Сила удара 50, специальный урон легендарный. Снимает все негативные эффекты с себя. И стамина регенерейшн тоже на себя. Неплохой удар, кстати. Дейзинг Винд, это типа... Как там? Дурмянищий ветер можно перевести, наверное. Мультик по всем, сила 40. Удар света по всем рогам. Ну, 50% шанс контузить. Контузить, не парализовать, а именно контузить. Так, Go, Кензо Go. В нашем варианте этот удар переводится, как я помню, не останавливай Кензо. Так, 50 по одному, очень сильный урон света, хотя сила 50 очень сильно, очень сомнительно, я бы сказал, что это сильно. Так, кровотечение дает и утечка энергии, кровотечение и кошмары по факту, да? И нужна перезарядка, такой удар нам стоит брать. Flashing Scraps, это то есть какие-то сверкающие царапины, кох, да, по идее, тоже нам брать, сила 75, это уже у нас damage dealer будет. По одному врагу снимает все негативные эффекты с себя. Дальше. Blinding Wind, ослепляющий ветер, тоже стоит брать. 35 по всем. Может ослепить всех врагов. А, вот, Don't Stop Kenzo. То есть вот этот удар мы будем брать. Не останавливайся, Кензо. Он так переводится, да, там просто Кензо вперед. 75 по одному кровотечение. Прикольные удары. Давайте сейчас будем смотреть. Вот я пользуюсь сайтиком mlfall.ru. У них здесь все удобно. Вот по стихиям этому я выбрал вот тут легендарные монстры. Выбрал вот здесь вот свет. А, точнее, нет, еще тут не выбрал. Это просто таблица топов. И как видите, Лау-Лау это единственный топ-демагер в стихии света. Среди легендарных. А контроль это у нас Эль Канини. Типа Эль Капоне, только Эль Канини. Да, у нас был собачий остров. Так, что у меня здесь? В этой колоночке находятся хорошие монстры дэмэджа и хорошие монстры контроля. То есть не суперские.
Тайга, у меня есть хороший, неплохой демагер. Белла, у меня тоже есть неплохой демагер. Генерал Ингвар, по-моему, я его купил. А, Манки, Рабиш и Рагнеля, контроля у меня нет. Ну, Эльканин, у меня здесь полная жопа с контролем по свету. Так, ну а теперь давайте, что мы будем катать. Так, сверкающие царапины 75 снимают отрицательный эффект из себя. Не останавливайся, Кинзо, то есть Don't Stop Kenzo. 75 кровотечения по одному. Свежее пятно, вот 50, снимает отрицательный эффект из себя и дает себе регенерацию энергии. И ослепительный ветер, Blinding Wind, да, дает слепоту по всем. Это единственный мультиудар. Вот так вот, ребятки. Ну и, конечно же, нам стоит сюда впихнуть какую-то крутую рунку. Ну, давайте. Все-таки топовый монстр. Почему бы и не поставить какие-то хорошие рунки? Так. Не знаю, стоит, может, какую-то командную рунку впихнуть ей. Чем тут по командным рункам? Да, как-то тоже печаль-беда по командным рункам. Ладно, пусть будет пока что так. Погнали ее качать. Так, стоять. Я же забыл прочитать про нее немножко назад. В монстрариум наш. Монстаграм. Так, берем легенда. Свет. Кассия. Ну, Кассия не относится к топам. Кстати, когда я в прошлую серию, кто смотрел по лабиринту, да, я в конце видео, там у нас был выбор, можно было купить монстров за 249 кристаллов, и было много монстров на выбор. Там был и Кавенфиш, был вот такой монстр, между которым я выбирал, это был типа Ихтиандра, там рыбка какая-то. Рыбка была, но он очень похож был на Кавенфиша, потому я его не взял. И он, по-моему, не входит в топы, а вот Лау-Лау мне как раз было нужно. Так, давайте читаем про нее. Вот такой подросточек у нас уже, когтистый. Северные ветра принесли искательницу приключений Лау-Лау. Это у нас прям как Лара Крофт в Monster Legend, где она вместе со своим котом Кензо ищет новых впечатлений. Так, ее скорость пригодится тебе в сражениях, а ее блеск осветит твои дни на плавающих островах. И суперка у нее кошачья драка. И шанс там был 10%, кто заметил. Наносит всем врагам огромный урон стихии света. Может на 100% снижать урон, наносимый всеми противниками. То есть, по факту, отбирает всю силу у врага. Ну, кстати, жаль, что нам тут не показывает ее котика. Так, классно я переключился, да? И перешел не туда. Так, вот наша красотка, что-то ее парализовало, да, она не хочет у нас крупным планом ходить. Так, у нас она повелительница ветров, да, какая-то. Атака Кензо, нам такой не надо, нам нужно Кензо, не останавливайся. Но она очень быстрая для демагера, это вообще, скажем так, редкость. Нам нужен не оглушающий, а ослепительный ветер. Удары тоже очень похожи, можно перепутать. Нужно быть внимательным. Свежее пятно. Кстати, есть такой удар, он нам нужен. Берем. Дает себе регенерацию. А, вот и кошара появился. Кстати, давайте скриншотик сделаем. Красивая картинка. У нее лапы, как будто бы она в перчатках. То есть лицо такое и тело человеческое. Так. Вперед, Кензо, вперед. Нет, такой нам не надо, но пусть пока возьмем. Нам нужен Кензо, не останавливайся. Так. Ослепительный ветер. Тоже нам такой удар нужен. Несколько противников, поставим его в конец. Вместо сильного ветра. Дает всем слепоту. Сверкающие царапины и не останавливайся, Кензо. Не останавливайся, Кензо. И сверкающие царапины осталось нам найти. Довольно быстро. На 40 уровне уже 3 супер удара наших. Вперед, Кензо, вперед. Ой. Нам нужен не останавливайся, Кензо. А, так подождите, у нас уже все есть.
Так, точнее, не все есть, а свежие царапины мы ищем. Вместо быстрых когтей. Вот, сверкающие царапины вместо быстрых когтей. Супер, смотрите, какой сильный удар. Так, мы там уже что-то, какую-то награду получили за потраченный миллион. У меня было, по-моему, 14 миллионов. Я прокачал 3 легендарных монстра. Это Лёнина, М2 Виверну и Киридар. И вот, смотрите, у меня осталось... То есть, в 5 миллионов прокачал 3 легендарных монстра на 100 левел. Это вообще, ну, недорого. Потому что, если ты берешь какого-то эпика и качаешь его на 100, там, какой-то 10 уровень, то уходит этих же 5 миллионов. То есть, уровни свыше, там, своих положенных после лаборатории очень дорого. Это все равно, что качать гибридов по сравнению с обычными динозаврами в мире юрского периода. Так, наносит огромный урон стихии ветра, может вызвать кровотечение. Так, слепота. Наносит сильный урон особой атаки, снимает с себя все отрицательные эффекты и восстанавливает выносливость. Да, там просто вот этот удар неплохой был, там еще и с утечкой энергии. Ну, да, вот, это про Кензо был второй, тут этот 75 у нас. А вот этот у нас, давайте Кензо сравним. Кровотечение и утечка энергии на 3 хода. Ну, знаете, тоже неплохой удар. А, ну по одному врагу. Если бы это был массовый удар, то, конечно бы, да. А по одному нет. По одному нам все-таки в приоритете максимальный дэмэдж. Так, и у меня, по-моему, сейчас есть лабиринт, хороший лабиринт, где нам одно из условий — это как раз монстр света. Лабиринт алмазный. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, отлично. Давайте сейчас мы здесь и будем сражаться. 2-3 боя проведем. Вот наш, мой один из лучших демагеров. Давайте сменим команду. Темпес у нас будет оглушителем, хорошо, пусть там и будет. А сейчас возьмем Лау-Лау с ее котиком. Хорошо прорисовано. Вообще на мониторе крупном классно смотрятся картинки через эмулятор. Монстры у нас, противники, довольно сильные, как вы видите. Погнали. Так, Лау-Лау уходит первой. И у нас есть массовый удар, который всех ослепит. Но мы его использовать не будем. Почему? Потому что у нас будет следующий темпест, который должен всех парализовать. Так, это тоже нам не надо. Кровотечение. Ух ты, ё-моё, они все прям свет у нас такие. Снимает себя. Кого будем выносить? Давайте Файмелину. Так, ты парализуй всех. Не, слепота. У нас уже тоже есть массовая слепота. А, отлично, темпест. Хороший монстр. О, суперкат Виверна, ребята. Не знаю, какой я успел сделать скриншот, но это прикольно. Так. Ну, давайте массовая слепота. Ух ты, одела очки и наслала на всех ослепляющий ветер. Так, ну, здесь уже просто добиваем, да и все. Очень как-то легко мы здесь справились. Ну, и удар от Виверны. Ух ты, такие шо, лазеры в глазах. Отлично, ну сейчас этой же командой еще пойдем. Надо потом заглянуть, не появился ли часом новый остров. Так, 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 так. Это пока что рано использовать. Блин, ну вот этот удар, жаль, что они все у нас не восприимчивы к этому удару.
Ну, давайте просто всех ослепим для разнообразия. Вот это я что-то провтыкал, они же к слепоте-то как-то как бы не особо того. Знаете, горите все. Зажигательные снаряды. А вы знаете, ребята, что, ну, зажигательные такие снаряды, они начинены обычно фосфором. И при взрыве, то есть там он горит прям в воздухе, эти боезапасы из фосфорных были запрещены для использования по всему миру. О, кошачья драка, суперка, ребята. Так, ну тут виверна своей головой перекрывает нам немного. Тарам-пам-пам. Вообще, смотрите, сколько всего мы тут им навешали. Еще энергии 50% соберем. Да и все. Пшик. И сверкающие когти. Ну, по изичу, ребята. По изичу. Так, и давайте еще все-таки один бой сделаем. Так. Давайте бабуешку возьмем. Ну, чтобы было нам немножко, может, посложнее. Ну, чтобы мы, по крайней мере, урон на себя какой-то попринимали. Мастерафон, кстати, это, по-моему, из топовых эпических монстров. Ладно, погнали. Поскольку у нас нету, значит, будем использовать всем слепота. То есть массовый удар у меня вот здесь. Так, все, кроме нижнего. Блин, ну на мастерафонга не сработало. У нас еще такая слепота есть. Есть даже одержимость. 100% попадание. И кошмар, и одержимость. Ничего себе. Всем по пятерочке и энергию высосали. Ну, вообще прикольно. Верно, мне нравится. Хоть она не входит в топы. Эльканини, блин, интересно. Какой это монстрик себе бы такого. Это уродливая русалка? Или истинное лицо русалок? Кто там первый ходит? Давайте тебя. Так, одержимость, слепота. Давайте от бабуёшки слепота. Попало по двоим, так как и нужно было. Неплохие удары. Ну давай. Так, мы, по-моему, удар восстанавливающей энергии еще не использовали у нашей дамочки. Вот как раз он и пригодится сейчас. Снимает с себя все отрицательные эффекты. Ну вот так вот. И восстановление энергии. Пошло бы нам. Вот такой вот, в общем-то, ребятки, был у нас монстрик. Так что пишите, голосуйте в комментариях, какого монстрика хотите на прокачку. Ну, только учитывайте, чтобы этот монстрик у меня был. Это может быть... давайте сейчас я вам даже покажу. Ну, по легендарным как-то уж сами там ориентируйтесь. Кто в курсе, тот в курсе. А по... давайте посмотрим по эпикам. Я хочу, чтобы вы голосовали за какого-то эпика, у которого... 5 звезд уже, то есть чтобы мы его прокачали на максимум. Вот, возьмем эпика какого-то, смотрите. И давайте смотреть. Вот, куда? Нет, наверное, это нужно в разделе прокачать, будет проще найти. Там, где уже вот все серенькие, значит их прокачивать не надо, там где-то внизу будут. Нет. Нет, все-таки в разделе извлечь. Просто хочу найти, как бы, чтобы их было, ну, видно повеселей. На 5 звезд. Ну, вы заодно можете смотреть, какие монстрики у меня есть. Карим, ну, мы его прокачивали с вами, по-моему.
Так, да где вы? Блин, ну, то есть нету. Здесь вообще в разделе эпиков на 5 звезд никого нету, да? Печаль, беда, блин. Как же их найти и увидеть? Просто в Монстаграме попробовать посмотреть, как вы считаете. Так, что в лавке? Давайте купим немножко. Мне осталось прокачать его на последние звездочки. Ну, не хватит нам, конечно. 50 очков примерно, да? Так, здесь ничего нет. Хранилище. Редкость эпики. А ну-ка, может, здесь видно? Сколько каких клеток как-то? У кого сколько звезд? Ну, блин, ну... Как-то же можно это увидеть? По-людски. Ладно, последняя попытка. Монстаграм идем. Монстаграм эпики. Так, ну здесь видно звездочки. Давайте будем смотреть. Так, мусс у меня прокачано. Все звездочки. Пандальф на 4 звездочки. Давайте смотреть, кто мне еще тут есть на много звездочек. Неужто ли у меня эпиков мало? На 5 звезд, да, у меня с эпиками беда. Это, наверное, сейчас будем переходим. План Б. Редкие монстры, ребята. Редкие. Так, смотрите, Пандакен прокачан у меня. Вот давайте выбираем, кого следующего редкого мы качаем. Пандакен, Тарзеп, Фритл, Занденикс, Бонбон, Бамблснаут, Шанки, Бифкейк, Фаертаур, Денерзавр, ну, Купинг можно брать, Варприл, ну, вот Джина там почти осталось, вот Спарк Виджа можно прокачать. Хейза, Рудикуса практически... А он мне сейчас идет на прокачку. Он сейчас у меня на прокачке на 5-ю звезду качается. Пульс Призма. Так, Рена. Зимко Макет. Так, Молем. Он же Голем. Бонни Такор. Родент. Ну, вы поняли. То есть, вот даже у меня Фанфилинио. И вот зайдите на тот сайт, допустим, который я вам показывал, ML for All, в раздел эпики, и выберите какого-то монстра эпиков из топа. Ну, давайте сейчас вместе это с вами сделаем. Кристобал на 5 звезд, Зандерон, Эгнокс, это ж топовый монстр. Если я его не качал, его можно... Матфлоу у меня прокачанный. Вот Хеджи, Суперсоника можно... О, Нак! Нанук, ребята. Вот. Скорее всего, это будет Нанук. Нанук, он на 5 звезд. Давайте вот сюда зайдем. Вот, в разделе. Ну, вот здесь, в принципе, да, и находится. Давайте крутим, 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 крутим. Нет, не здесь. Раньше они таблицу эту переделали, походу. Со всеми стихиями. Блин, ну была эта таблица раньше у них по эпическим монстрам. Топы. Вот, есть по книгам, а по редкости, куда они подевали эти топы. Легионы, легионы. Топа тут нет, в легионе добра нету топа, прекрасно. Так, а где же нам тут найти-то топов эпиков? А, вот, список топов с изображения, без изображения, не легендарный топ с изображением. Во, нашел. Они раздробили эту всю тему. Так, редкие. Dragon Beast, кстати, до сих пор я не... Надо Dragon Beast'ов как-то понавыводить и попрокачивать. Топы. Давайте вот смотреть. Ну, здесь опять же нет разделения по эпикам. Есть только по стихиям, но, блин, ну было же у них нелегендарный топ, топ-саппорты. Список топов без изображений. О, ну давайте хоть так увидим. Вот мы по редким, допустим, Матфлоу, Эгнок, Нанук. Матфлоу прокачан, у нас Эгнок, возможно, нет, Нанук. Вот предлагаю Нанука. Вот Родент, я то, что помню, Варп Врил, но это просто хороший, не, просто хороших не будем брать. Из эпиков, что мне здесь? Бонни Барк есть, Афичиус есть, Наутилус есть, Аваста я, по-моему, еще не качал, но он у меня есть. Аваст, Фризы нет, Ледовича, по-моему, тоже нет. Ну, короче, тут покопайтесь, можете написать, если вы не согласны с тем, кого предлагаю я. На этом все.
Всем пока, ребят.